вернее, на арену. Местная администрация и юристы предупредила, что сразу будет отменен концерт, чтобы все было нормально, чтобы нормально отработали для вас, чтобы нормально послушали. Всем ненавидящим женщинам посвящается. Он нам не дает дороги, но осталось все.
еще она качает права. У меня совсем не да, кормят боя все зада, и включившие у меня слова. Мужики, пустошки, тратят басты на чуги, пусть им спорят нежные слова. Детская песенка.
Скажи, чего же сделаны наши мальчишки? Я так как-то из-за штаба. Вот, даже не важно, где мой автор.
остается под баном. 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 Взял вину на себе. Расслабился. Стрельнув сталью, откройся мне, ты идешь, ты моя.
стоять на своих ногах. И сложил я с утра, только не бери. Вспомни, Иван Герон. Короче, скорее здесь. Я не думаю, я не ушли, но не на что есть. Как ты не покамушали, как носился весь. Так что вы пробили граму, не стыдно ко мне. Так что ты, ты ушли, ведь я все верну. Это не вина, хоть вообще ты не мог, она на вода. Самый лучший вариант, все глаза дали. Я мужик с первого вина, даже лишь жими. Я не мужик, пробивай, что есть. Как ты не покормуша и как на звезде весь. Нашу руку пробили, как у ты на кону. Так что бей, бей, мужик, бей за всю херню. Определенного места жительства возвращается. Не дай бог, конечно. Я копаюсь на помой, как червя. Я спрошу своя, но на деле костя. Королица, он и моя дверь. Но я сейчас не позволю болеть.
вижу, и половина, наверное, женаты. Особенно касается лиц мужского пола. Для самых прекрасных родственников, именно для вас, для ваших родственников, для тещи посвящается. Теща – это глаз. Глаз хорошо лежит в земле. Я очень тихий, вообще-то я трезвый.
зверею, но часто я жизнью, как только попаду в ней, я не сожжу баллон. Целую, обнимаю, я девушкам цветы даю, я крестный глаз чувак, я девок унижаю, я их уничтожаю, их груди разрываю, их пьяный я дурак. По улицам гулять, весельем, днем, а ветром пора.
шапки посвящается городу Набережной Челны. Называется просто из 4 букв план. Врачи запретили мне пить, но дорого стоит хороший дурма. Маха на шапка, на мне салута. Даже те, кто сидит на горшке, стукнуло, что по безмозглой башке. Пьют, город после дыхают бензин, или бегут за бутлом в магазин, или мотают поезд на сверло. Но... на зло!
будут ходить за мне. Дайте покой на речном песке. Как на слове могу вода вас заменял из постыда. Теперь я засу. Я бы, я бы, я бы.
А теперь давай попробуем спеть всеми вместе, особенно припев. Особенно последнюю строчку. Самое, для самых маленьких посвящается новогодняя такая песенка. Снегурочка. Здравствуйте, детишки. Плохенды, штанишка, я сейчас вам сказку сбатаю слегка. Сказку про Снегурочку, ледяную дурочку и про Дед Мороза, вот и все пока. Вот
молодежь и поддавал один лишь я. Я носил подбитый с лошади, резкий как свинья. Мой папа ел на компании, папки новый делал дверь. А мама ел там на терне, сестренка низкая зверь. Я не трелый, как кабан, я имею свой баян. Я на нем потом не стою, не найти во мне изъян. Первый парень на весь край, на меня все попилай.
ты. Вчера сяду зажал, под себя ее поднял, как луком порасту пропахал ее пина. На меня не все яру, присядать и потом кошелек нашу закон. Покажу какой-то друг, от него его не мру. Приходи ко мне на круг, я бы не взял уже круг. Самая конкретная жрачка для нормального человека, чтоб не схватить язву.
ночами мы расположили их. Где по-хорошему под трубу опустили, их шоколадною шушкой угости. И сразу станут рады, донесут и шоколада. Шоколада, значит, надо, если надо, угости. Называется песенка. Петь будем все, окей? Нормально. Солнышко лучистое, улыбнулось весело, потому что скоро, чтоб мы запели песенку.
Если рано поутру, тебе совсем не по нутру, башка трещит и дергается глаз. Нет смысла дергать гастроном, зажги огонь над костяком, тебе поможет маленький напас. А если на измене ты достали разные понты, и все дела идут наперекос. Глотать нет смысла валидол, хоть даже ты, как дьявол зол, тебе поможет мощный паровоз. На горку, на горку, на горку, на горку, становись. И кончилось бухло, и негде взять, ну как назло. И гости злы, и гости прут домой. А без гостей тебе не в кайф, и ты гостей не отпускай. Ты предложи им тунуть под той. И сразу станут все легки, разговорятся языки. И для базара будет много тем. Все будут тихо ходить, идти всем не в жилу. Уходить тебе ништяк и никаких проблем. Если на горку, на горку, на горку, на горку
Вместе мы.
работникам государственной автомобильной инспекции. Oh,
нормального христианского человека это кума. Что обзаводитесь нормальными.
С 30 апреля на 1 мая есть такой праздник, на котором вся нечистая сила прет на лысую гору и там на вылазку, короче. Плевать, на все плевать.
не о смерти, потому что все мы ходим под одним небом. И все живем одно и то же время и до определенного возраста. Когда помрешь?